Алло-малё, бармалё, на дворе 10 декабря, почти 12 ночи. Начиная с того места, с которого тогда закончил, ещё со стихами заговорил. 12 ночи, начинаю там, где закончил. В общем, на дворе у меня Санкт-Петербург, двигаюсь в сторону Петрозаводска. Ну, соответственно, далее Мурманска. Так что, как всегда, что будет, покажу, расскажу. Всем приятного просмотра. Погнали. Дела у меня какие? Решил масло проверить. Что-то не очень. Ну, короче, сомнения какие-то надо проверить. Пойдем посмотрим, что там. Ты что-то поменял, а проверить после сколько залито. Не удосужился, блядь. Батя, заправляй. О, Аганес, все. Можно путешествовать дальше. Опускаем кабину и выдвигаемся. Еду я такой, еду. Стоит гаишничек, ваши документы. Подходит такой радостный, такой, здрасте. Ну, это я утрирую, ну, примерно. И я говорю, ничего себе, у вас настроение такое классное. А то обычно хмурые подходите. Типа, а что, могу быть хмурым. Ну, в общем, короче, все проверил. Бля, уже второй раз в этой поездке меня зарев напрягает. Ёлки-палки. Ну тут по-божески, как говорится, обговорили это дело. Пожелав сил в пути. Ой, так что даже и настроение в целом не испортил. Так что двигаюсь. Двигаюсь на выгрузку в Петрозаводске. Мы там с женщиной договорились, что я в 12 часов дня прибуду. Так, тут снега столько навалило, ёлки-пал. Хорошо, у меня резина опять же новая, повторюсь. Вот сейчас бы в Херсонскую область ехать. Тепло там. Тут зима, блин. Дизель 62.15. Это у нас сейчас въезд в Суары. Суоярское шоссе, блин, без пол-литра не выговорить. Так такая въездная дорога получается в Петрозаводск. Собственно, и сам Петрозаводск, ну, окраина его. Это у нас улица Чапаева. А мне вот надо Шотмана. 1,5 километра. В общем, тоже жизнь кипит. Строечки строятся. Блин, день не успел начаться. Но уже какой-то вечер. Ёлки-палки. Время 11:30. Ой, что там у меня? 11 декабря. Что, блин, капец. Всю дорогу, считай, во мраке ехать. Ёлки-палки. Что, я думаю, эти сумерки тоже недолго. До 2:30, наверное, до 3:00 и все. Сейчас пока выгружусь, пока доеду до Янишколя, там пообедаю. Уже стемнеет, блин. Ёлки-палки. Конечно, это мне не нравится в этих поездках. Вот и улица Шотмана, та, которая мне нужна. Так мне сказали, тут главпочтам.
и желтое здание. Между ним направо. А то мне адрес указали чуть-чуть неверный. Ну, я, короче, уже вижу это все. Буду сейчас звонить. Че, короче, говорят, ожидай, дружище. Сейчас там дозвонятся, чтобы это... Охранникам зеленый свет дадут. Это я где стою-то? А, это вон, вон там, короче, вот там вот впереди, если налево повернуть за красным зданием, центральная набережная получается. Сюда это. Сюда в центре Петрозаводска. Кстати, кто с Петрозаводска, привет передаю. Город набережная гулял, ну как гулял, прогуливался так мимо, там рыбку покупал тоже. Красивый город в целом. Ну, центральная часть, окраины, конечно. Больше частный сектор, а так нормально. Так, ну РЖД Петрозаводский сдал. Теперь двигаемся в сторону Мурманска. Так что, шлагбаум нам откроет, не откроет? Спасибо за шлагбаум. Сегодня у меня задача дойти до Тетина. Там я спать лягу, это у меня уже традиция. Это 1050 километр. Напомню, Петрозаводск это где-то, ну, сворот 420. Но так как я сейчас буду выезжать с другой стороны, ну, где-то 440 километр. То есть 600 километров надо сегодня прочапать. Погода, конечно, не радует, блин. Ну а что делать? Период зимних мишек. Зимушка, зима, Новый год идет. Ну а Леха рейс мочит Мурманск день и ночь напролет. А этот как раз по Шотмана я еду только в сторону, получается, ну, наверное, области, я правильно понимаю. Так что вот такие тут, ну это такая окраина отчасти. Так что, кому интересно, поглядите. Ну понятное дело, всего не покажешь. Ну вот, эта дорога идет на, бля, какое-то шоссе Пряжинское или какое-то, не Пряжинское. Короче, в сторону Мурманска, в общем, что посмотрите по карте. Типа это, что это по карте, давай показывай мне. Ну вот, короче, сейчас приложу, вот тут я еду. Был я вот там. А здесь выезжаем. Вообще, в целом, конечно, вот Петрозаводск. Ну, он больше такой, там, город, немножко города, по факту-то. Остальное, это вот близлежащие поселки, частные сектора, деревни. Ну, и, конечно, тут места нереальные вообще. Тут в некоторых местах бывал, отдыхал. С одной стороны, тут жить, наверное, даже круче, чем в мегаполисе в каком-то. Ну, насколько чистый воздух, не знаю, но все равно, все-таки леса вокруг, озера, рыбка, рыбалка, охота, это, в лес ходить, по грибы, еще там что. Круто, круто. Ну, единственное, конечно, вот так с мегаполиса сюда, конечно, не каждый рискнет перебраться, только если при каких-то обстоятельствах, или по рабочим моментам, или еще что-то. Ну а если тут родиться, ну или по какой-то причине здесь оказаться в молодости, то я думаю, уже в сторону мегаполиса мало кого потянет. В целом тут, я так понимаю, работа есть, кто хочет. Потому что автомобили ездят ни хера не дешевые, что и в Мурманске также. Поэтому
хватает своего, своих проблем. Но в целом отличный край. Круглый год забава. Летом рыбалка, зимой, не знаю, охота, если есть знакомые такие. Лыжи туда-сюда. Короче, целый год курорт. Но опять же, когда живешь уже, времени нет на это, на эти курорты. Работа, работа, работа. Также я вот в Питере сколько жил. В музеях-то был только когда молодой был. Ну как молодой, школьник. Да, школьник, со школы гонял. Все, а потом времени нету. Даже в Эрмитаже не был. Живя в Питере, не был в Эрмитаже. Вот это прикол. За окном я не школе, опять кафешечка, опять тот же гаишничек. Вам не видно его? А, о, видно, да. Опять тормозит меня. Схожу покушаю, мне надо зайти еще в магазин автозапчастей купить жидкости. Значит, жидкости это влагу, короче, удаляет из бака, не дает парафиниться. Солярка, если вдруг она какая-то галимая. Как всегда, кафешка своя рыбка. Невероятное небо Карелии. И татуля. Идем обедать. Не знаю, говорил, не говорил. Купил жидкости. На всякий случай. А то вдруг солярка парафиниться начнет. Потому что впереди. Кстати, картоночку чуть-чуть пока поставил. Потому что впереди Мурманская область, Мончегорск. А там, как я говорил в том видео, отличается температура. То есть там, если написано 15-18, то будет все 30. И как бы доверяй, но проверяй. Так, спасибо этой столовой. Ну, даже кафе, наверное, не столовая. Все, как всегда, на высоте. Блин, забыл сфотографировать, что ел. Ну, в общем, ел бифштекс с яйцом. Стандартный у меня тут набор. Блины с творогом американо. Три этих позиции мне обошлось 500 рублей. А, ну, еще пирожки взял парочку. Сладеньких под чаек. Все как обычно. Ну, для меня, по крайней мере. Так что выдвигаюсь. Я не шполя, до свидания. Гаишнику счастливо. Бля, еще в маске. Ковид закончился уже. Ёлки-палки. Другой тренд пошел. Так что погнали. А так, конечно, хорошо, что начал записывать видосики. Раньше едешь, сам с собой трендишь, блин. Кто-нибудь увидит, в дурдом определили бы. А теперь, что ты сам с собой говоришь? Я не сам с собой. Вот. Я блогер, видосики делаю. Чувак ехал, посмотрел на меня, типа, что он делает, блин? И все как бы в дурдом не определят. Как человека, который сам с собой трендит. А что еще делаешь в кабине, когда ты находишься по 5 суток? Ну, редко, это последнее время, так по двое суток там в кабине едешь там. Ну, песни попоешь там. И вот, да, обсудишь какую-то тему сам с собой. Сам подтвердишь ее, согласишься или опровергнешь. Ну, а тут как бы... Есть причина, почему я говорю сам с собой. Потому что я общаюсь с подписчиками. Все. Как говорится, это алиби. Так что, ну а так вообще без шуток, если двигаем на Мурманск. На дворе какой-то почти 500-й километр. Великать мне еще 550. Время 2 часа дня.
Короче, где-то к полуночи приеду. Может, пораньше, к 11 вечера. Ну, чтобы не быть голословным, Мурманск, 873 километра русского. Так что, двигаем. Прикиньте, дамы и господа, ребята и ребятишки. Думаю, дай погляжу погоду в Мурманске по поводу восхода. А там написано где-то не менее, короче, 7 дней, восхода не ожидается. Обалдеть. Я думал вам город показать. Ну, не знаю, тогда тоже говорил, погода час всего. В итоге 3 часа было светло, 4 даже, с 11 до 3. Погляжу, погляжу. А у меня за окном, как всегда, леса Карелии. Вон, видите, там медведь вдалеке. Вон, сейчас выходит, выходит. Да что, чё, никто не выходит, блядь. Появился же кто-то по-любому. Так что это... Двигай, двигай. Кстати, тут разгружался в Петрозаводске. Женщина такая, матерая. Говорит, что за тачка? Тата, что ли? Я говорю, да. Говорит, а то я работала, была у нас типа Тата тоже. Называли мы ее индийская жемчужина. Так что татуля теперь будет у меня именно так называться. Жемчужинкой едем. А жемчуг севера, елки-палки. Кстати, вот завел друга на всякий случай. На улице минус 10-12 прыгает. Думаю, надо аккумуляторы подзарядить на всякий случай. Ну, аккумулятор. Потому что я иду на печке. Но всякое может быть. Поэтому вот решил подзарядить аккумуляторы. Аккумулятор. Со второго раза завелся, что-то забыл снять, как заводится. Ну, в целом я еду, не сильно слышно. Только моргает, как он заводится. В общем, это на всякий случай тоже подготавливаю. Кстати, как всегда, красоты Карелии радуют, греют. Стекло грязное, извиняйте за окном. Минус 12. Чуть-чуть щетки подзамерз. И еще немножко в ленту Карелии. Скалы. Гранитные, насколько я полагаю. Вот такая красотища. В общем, я уже в Тедино. Время у меня 11 вечера. Запарился, считай, прошел сколько? 650 километров. У меня 1070 километров. Так что сегодня данную серию буду заканчивать. Сплю до 5 утра и продолжаю движение. Но это уже будет в следующем выпуске, в следующем видосике. Так что всем, кто подписался, спасибо. До новых встреч, до новых просмотров. Комментируйте. Из какого города пишите, не стесняйтесь, чтобы мне понимать вообще, откуда меня зрители смотрят.
Ну и до новых встреч. Пока.